Вы удивитесь, когда узнаете, почему бабуины крадут у собак щенков. Стая обезьян способна пробираться в дома и огороды ради наживы. В районах, где обезьяны часто нападают, местность осматривается полицейскими с пейнтбольными маркерами. Местных жителей и туристов предупреждают, при встрече с обезьянами лучше не сопротивляться и отдать им все, что их заинтересует, так как обезьяны совсем непредсказуемы и опасны. Дикари воруют не только пищу, их внимание привлекают и щенки. За долгое время бабуины научились одной хитрости. Они сообразили, зачем люди заводят себе собак, и начали их приручать. Они осознали, что перевоспитать взрослую особь у них не получится, и стали воровать щенков. Украденных малышей бабуины выкармливают, ухаживают за их шерстью и защищают, а вырастая, пес становится защитником бабуинов. Не стоит приписывать обезьянам бескорыстную щедрость. Они не признают собак и не считают их своими сородичами, а лишь используют в своих целях.